Не менее коварен и лед на реках и озерах. В регионе ввиду затянувшегося межсезонья участились случаи спасения людей, провалившихся под лед. В связи с этим в региональном МЧС решили провести тренировку своих подразделений по проведению подобных спасательных операций. Причем уже третью за ноябрь. Отрабатывали два вида помощи – с катера и непосредственно с суши. Последняя занимает больше времени. Спасателю необходимо одеть гидрокостюм, надуть лодку и пешком отправиться до места ЧП. Вытащить пострадавшего и оттащить к берегу, где его ждут медики.